Спасибо. Я хотел бы сначала сказать, что для нас это большая честь участвовать в этом форуме, который дает нам возможность встретиться с русскими предприятиями. Наша группа «Агролог» имеет 5 филиалов, и каждый работает в своей области. У нас есть агентство по мясной продукции и по производству белого мяса. Это агентство называется «Адияр». И они также производят красное мясо. И у нас есть предприятие, которое занимается хранением продукции и распространением сельскохозяйственной продукции. И также есть предприятие «Сарпа», которое занимается продажей всей продукции нашей группы. И поэтому мы забираем излишки продукции в нашей стране, в том, что касается сельскохозяйственной продукции, и хотим эту излишнюю продукцию куда-то поставлять. И также мы хотели бы найти возможности перерабатывать эту продукцию. Наша группа также управляет 34 фермами, которые занимаются тем, чтобы производить овощные культуры и также зерновые. И все это синхронизируется в рамках одной группы для того, чтобы удовлетворять потребности нашего населения. Наша группа на этом форуме хочет найти партнеров для того, чтобы сопровождать, помогать нам в том, чтобы повысить урожайность и затем проникнуть на международные рынки с нашими продуктами, которые имеют качество, необходимое для того, чтобы отвечать международным нормам. И я хотел бы пригласить российские предприятия участвовать в наших тендерах, потому что нам поручено правительством заполнять дефицит в сухом молоке, мясе и овощной продукции, различной овощной продукции. И для этого мы организуем тендеры каждый раз, когда возникает необходимость, потребность. И например, и поэтому сегодня мы призываем российские предприятия участвовать в этих тендерах. Большое спасибо.